трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит административную и даже уголовную ответственность для водителей за непредоставление преимущества автомобилю скорой помощи. Административная – штраф от 4 до 5 тысяч рублей, административный арест – до 15 суток. При более серьезных последствиях – штраф в 30 тысяч и лишение прав на длительный срок. Уголовная ответственность – в случае гибели больного, принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же период. Трасса 101. Штраф для пешеходов за нарушение ПДД может быть увеличен. Сейчас это 500 рублей. Об этом заявил представитель МВД. Он выразил готовность рассмотреть данный вопрос, если он интересен депутатам Госдумы. На днях народные избранники в первом чтении одобрили законопроект об ужесточении ответственности водителей за непропуск пешехода. Речь идет о штрафе в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Трасса 101. 77% федеральных и 42% региональных и муниципальных автодорог соответствуют нормативам. Об этом в прошлый четверг сообщил президент Владимир Путин. Низкий показатель по местным трассам, по его словам, связан с недостаточным финансированием. Глава государства отметил, что данная тема регулярно обсуждается с Минфином. Есть вероятность, что ведомство будет выделять больше денег на дороги местного значения. Трасса 101. Движение большегрузов по дорогам общего пользования ночью и в выходные дни может быть запрещено. Такую инициативу вынашивают в Росавтодоре. Причина – невозможность точного учета времени труда и отдыха водителей многотонных машин. Запрет, как ожидается, не будет распространяться на автомобили, перевозящие товары первой необходимости. Фургоны и микроавтобусы «Газель Next» будут оснащаться моторами, которые выпускает концерн Volkswagen. Имеются в виду турбодизельные двигатели объемом 2 литра. Немцы начнут поставлять их нам во второй половине следующего года. В продажу машины поступят в начале 2019-го. Сейчас «Газель Next» комплектуется американским турбированным дизельным мотором «Каминс» мощностью 120 или 150 лошадиных сил, либо 107-сильным бензиновым двигателем ульяновского производства. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.